Отделом МВД России по городу Бирску разыскивается малолетний Тарабрин Сергей Олегович, 2004 года рождения. 7 марта около 14 часов 10 минут он самовольно ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Сегодня сообщение о пропаже ребенка было опубликовано во всех бирских СМИ. В результате через сутки он был найден в центре города. Сотрудники полиции завершили поиски Сергея Тарабрина, пропавшего накануне днем в Бирске. Сейчас подросток находится в отделе полиции, с ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Обстоятельства исчезновения 14-летнего ребенка выясняются.